Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проекте был мужской приход. Вот новые парни. Никите 20 лет. 3 года он встречался с Настей Иванькиной. Ребята расстались, но забыть он ее до сих пор не может, поэтому и решил прийти на проект, чтобы вернуть свою любимую. Это Тимур, он москвич, хочет попробовать построить отношения с Анной Малько. Он увидел девушку в эфире, когда показывали вечеринку Вани Барсикова, и влюбился в нее. Над Надеждой Соколовской состоялся проектный суд. Иск на нее подала Настя Волынец. Соколовскую обвинили в том, что она уводит Богдана Бобрика из семьи и предлагает ему уехать с ней вдвоем на кастинг в Саранске. Андрей Чуев приступает к постройке первого дома для Ольги Васильевны Габозовой и для своей дочери Лизы. Андрей пишет: «Фундаменты готовы под 3 дома на 2 хозяев. Было принято решение все 3 дома построить из разных материалов для понимания наиболее экономного, но уютного и практичного жилья. Начинаем строить первый дом. Первый дом будет для Ольги Васильевны и моей дочери Елизаветы». Кристина Лисковец призналась в любви Феде Стрелкову. «Я готова на многое ради тебя. Я готова быть рядом в любой ситуации. Когда ты рядом, я становлюсь смелее. Мне даже банк ограбить с тобой не страшно. Я тебя люблю». Оля Рапунцель рада, что участники проекта поверили в их пару с Димой Дмитренко. «Наконец, ребята поверили в нашу пару и в нашу искренность. И увидели, что у нас чувства друг к другу и любовь. Сегодня нас заселили в комнату, мы очень счастливы. Мы заселились путем голосования, решал коллектив. Ребята, спасибо вам. Мы полноценная пара, семейная пара, и мы счастливы». У Таты Абрамсон новый имидж, у нее теперь темные волосы. Валерий Блюменкранц, пока они еще были с Татой в паре, не понравилось. Я не знаю, зачем она покрасилась, была красивая молодая девочка, а сейчас мигрелка в возрасте. Тата приходит в себя после расставания с ним. Оно было непростым, все это мы увидим позже в эфире. «Дорогие мои, огромное вам спасибо за вашу поддержку», – пишет Тата. «Я вам очень благодарна. Мне так приятно, что вы со мной». Бывший участник телепроекта Богдан Линчук сделал предложение своей девушке Насте. «Моя половинка, мое счастье, моя судьба», – пишет Богдан. «Ты весь мой мир, я тебя безумно люблю». Ольга Рапунцель в очередной раз прославилась. Интернет облетел очередной стоп-кадр с раздвинутыми ногами Ольги. Пикантную позу девушка приняла не случайно. Она делилась мечтой о съемках в эротическом кино. В разговоре с Димой Рапунцель даже разыграла сценку будущего кино и раздвинула ноги. Удивляться поступкам девушки поклонникам уже не приходится. Ведь это далеко не впервые, когда Рапунцель выставляет на посмешище себя и своего бойфренда. Надежда Ермакова предупреждает о мошенниках в сети. «Осторожно, мошенники! Сегодня на почту я получила массу гневных писем, где вам предлагают перевести деньги за участие в проекте на Сейшелах. Не переводите деньги, эти кастинги бесплатные. Жалуйтесь на такие аккаунты. Прошу максимальный репост, это мошенники». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.